Графика Владислава Войтовича украсила стены литературного музея. Это первая персональная выставка профессионального художника в Курске, хотя в наш город он переехал несколько лет назад. Все дело в том, что он служит в драматическом театре, занимается дизайном афиш, постановкой спектаклей, но в плотном рабочем графике все же находит время для собственного творчества. Знакомьтесь, Влад Войтович – театральный художник. Конечно, вы не раз видели созданные им афиши курских спектаклей. Но авторские работы мастер представляет впервые. Он родился в Киргизии, профессионально образовывался в Варшаве, работал бутафором в Воронежском театре кукол «Шут», а в местной прессе занимался версткой иллюстрацией. Но 5 лет назад поступил на службу в Курский драматический. Войтович занимается дизайном афиши буклетов, он же постановщик новогодних сказок и нескольких спектаклей. Взаимопонимание очень хорошее было с режиссером, и как-то не осталось чувства разбитости, усталости после того, как спектакль сделали мы. Это был «Чужой ребенок», режиссер Каневский. Владислав не скрывает, работа отнимает много времени, своим творчеством заниматься почти некогда. И все же в его портфолио ироничные рисунки, философские линогравюры, а еще монотипии, имитирующие японскую технику гётоку. Это когда делают оттиски настоящей рыбы в натуральную величину. А сейчас этим занимаются и американцы, и европейцы, и по всему миру. Уникальный. И там не только рыба, там и осьминоги, там и какие-то... Некоторые пытаются там домашних животных тоже делать, кошку краской намазывать, по бумаге ее возить. В театре Войтович незаменим, настоящий профессионал и отзывчивый человек. Никогда от Влада не слышала слова «нет». Не можем, что-то не сделаем, я не успеваю. У нас всегда очень жесткие рамки, у нас всегда очень жесткие сроки. И Влад это всегда понимает. Ему огромная благодарность за это. Художник говорит, эта выставка получилась не столько для зрителя, сколько для него самого. Взглянув на себя со стороны, он вспомнил, кто есть на самом деле. А для меня самого это огромное значение имеет. До меня дошло это, конечно, не сразу, только сейчас. Вот уже после открытия, после того, как повесил все эти работы, посмотрел. Брат, да ты художник, оказывается. Знаете, забывается. Юлия Матвеева, Максим Леонов, телеканал «Сейм».